Теперь я себя плохо слышал. Ну что там, расскажи что этим людям-то, ё-моё. Что, пришел, молчишь, что все. Ребят, меня часто спрашивают, типа, ну, чувак, говорят, а что ты не пишешь свои песни? Ну, во-первых, а зачем? Да? А во-вторых, я вам расскажу одну историю о том, как трое братьев очнулись связанными в темном подземелье. Куда же мы попали? Вот проклятие! Их ожидало только... Я прибрежу.